Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка из магазина «Лента». Получилась она у нас где-то на 10 тысяч, но много что в доме закончилось. Мы 2 недели, получается, где-то не ездили в магазин, так что закупка достаточно большая, всего много, скажем так. Еще немножко елочных игрушек мы купили, я ездила с младшим сыночком, поэтому, да, он выбрал у меня некоторые игрушечки. Сейчас все покажу. Так, по традиции начну с мяса. Взяла я индейку, она была со скидкой, видите, по 278 рублей за килограмм. Взяла 2 кусочка, вот таких самый хороший выбирала. На самом деле она там осталась такая не очень уже, и мало ее было. Вот, поэтому выбрала самые хорошие кусочки, 2. Так, потом взяла фарш говяжий по 304, тоже был со скидкой. И это у меня какой? Домашний. Вот. Также здесь взяла курочку, вот такую целую, она по 104 рубля была, и сардельки филейные. Так, и дальше у меня еще здесь вареники и пельмешки, сейчас я их уберу сразу в морозилку. Вареники вот эти с картофелем, это у меня очень любят их детки кушать, а это мужу. Мы такие сибирские, цезарь, ему очень нравится. Также здесь творожный сыр, вот этот мой любимый, Хохланд, обожаю его. Была на скидке вот такая форель, слабосоленая, филе кусок, взяла небольшой нам на завтрак. Это я не к Новому году, это я пока что нам на завтрак. Колбаска вот такая, золотой стандарт. Это лентовская вот эта вот, которая квадратная. Это у меня ее так дети называют. Долгое время не покупали, сейчас что-то соскучились, скажем так. Дальше у меня здесь сыр российский. Вот такой кусочек. Масло вкуснотеево, наше любимое. И еще взяла вот это вот сливочный маргарин «Хозяюшка». Мне он нравится, я не знаю, на выпечку я его беру сразу 2 штучки, бросаю в морозильник, когда нужно, достала, разморозила и что-то сделала. Еще здесь у меня мажитель, и, конечно, в ленте стала ли распродавать алкоголь к Новому году уже. Вот я взяла вот такое, ну, это игристое вино розовое, вот, думаю... Там еще народу столько много, так что я решила тоже взять вот такое розовое полусладкое. Не знаю, вот такое лично никогда не пробовала. Вообще не особо знаток в винах. Вот видите, вот такое. И еще взяла вот такое вино. Это Молдова. Такое, как это, сливовое. Кстати, очень люблю сливовое вино. Еще у нас здесь вот такой лимонад. Мы взяли, точнее, это сок лимонный. Но мы его попили в машине уже, почти весь выпили, кстати, очень вкусный. Вот, вот такой подушечки на завтрак, и здесь тоже консервы, тоже были на них скидки. Я взяла оливки вот такие с анчоусом, маслины без косточки, и взяла зеленый горошек и кукурузу сладкую. Взяла бы больше, но тащить было уже тяжело, так что вот. Дальше я здесь взяла еще наггетсы, 2 упаковки, тоже брошу их в морозильник. Они у меня такие НЗ, скажем так, когда мало ли что, достал, пожарил, и отлично. Снова взяла вот эту лапшу, девочки ее разбирают, очень она мне нравится. Я обязательно потом приготовлю сама тоже лапшу, но пока что покупаю. Вот 65 рублей, это вот такая яичная домашняя. Вот, видите, стали, кстати, писать, как ее приготовить. Наверное, многие стали спрашивать. Вот, и вот такую еще. Тоже здесь написано, как ее приготовить. 83 рубля она стоила. И вот это очень вкусно. И в суп, и просто отварить. Вообще классно, нам очень нравится. Также у меня здесь из круп вот такие макароны Макфа. Это мой ребеночек сказал: мама, смотри, новогодние макарошки, надо их взять. Так что взяли. И греча тоже у нас закончилась. Рис в этот раз взяла вот такой золотистый. Почему-то моего гиганта не было, поэтому решила, вот тоже марка Национальная, нам очень нравится, решила взять вот такой просто золотистый. Вот такие еще меленькие макрошки взяла. У меня здесь вот эти хлебцы какие-то новые. Я, кстати, их первый раз увидела. Вот такие фитстарт. Лесные ягоды. Ну, кстати, сладкие вот эти хлебцы, они очень мне... нравится. И вот такие зернами какао. Вот. Видите, яркий вкус. 27 калорий всего. Вот. Такие, кстати, у меня и дети тоже едят. И из хлебцев еще взяли вот такие лайт вафельные. Тоже у меня дети обожают. Их просто так грызут, как вместо вафелек, скажем так.
Так, дальше здесь хлебушек Геркулес. Взяли вот такой, смотрите, он прям с морковкой. Классный вообще. Правда, написано с кукурузой. Вот, но выглядит как будто с морковкой. Видите, вот такой вот. Вот. Тоже половинку вот такого хлебушка от Хлебного дома. Лентовский вот этот батон, кстати, очень вкусный. Именно вот этот батон, тот, который 365 дней, но он совсем такой. Вот, и еще у марки Оладушкин увидела, я очень люблю эту марку, увидела вот такой багет зерновой. Решила тоже взять попробовать. Так, дальше. Взяла майонез. Я не особо любитель майонеза, но не знаю, что взяла. Взяла именно такой, потому что сынок, в общем, мне помогал. Он такой: мама, смотри, новогодний майонез, надо его брать. Ну, в общем, да, дети ведутся на это все. Здесь кетчуп Мистер Рика нам очень нравится. Это тоже у меня ребеночек, естественно, взял. Чокопай. И вот еще два киндера взял. И мы с ним еще набрали всяких конфеток. Вот это я себе взяла. Победа вкуса Мишки в лесу. Мне кажется, должны быть очень вкусные. Так, это у меня сыночек взял младший. Вы видите, мини-молочные с начинки. Вот такие мини-киндеры. Вот эти батончики мои обожаемые, которые у меня полюбили, и дети тоже. Вот эти Ротфронт. И еще вот такие Несквик конфетки взяли. Также в ленте появился, я никогда не видела, вот такой чай. Взяла сразу две упаковки. Есть еще и зеленый чай с различными вкусами, тоже от этой марки. Саито, да, наверное, правильно называется. Вот взяла крепкий и насыщенный вкус японского утра и насыщенный, богатый вкус Цейлона. Попробуем, думаю, будет вкусно. Еще вот такой вот взяла чай. Это тоже у меня сынок говорит: мама, новогодний чай, надо его взять. Вот такой вот. Ну, Гринфилд вкусный чай. Здесь у меня еще картошка. Вот такая, на 88 рублей, по 27 рублей за килограмм. Лук, 19 рублей. Здесь у меня стоит вот этот лентовский средство для стирки. Очень мне нравится. Они поменяли упаковку. Стала вот такая красивая, теперь 1,5 литра. Эленор тоже новый аромат. Вот такой вот взяла попробовать. Так, здесь у меня еще соки яблочные. Вот такой мультифруктовый. Молоко. Большая кружка. Мы все время его берем. Здесь фрукты, яблоки. Вот эти красные. Роял. А, Red Chief, который тоже... нравится. Груши конференц, зеленые яблочки, еще взяли 4 штучки. Это не мандарины, это мы взяли клементины. Клементины, да, правильно называется? Они сладкие, да? Да, вот муж у меня их говорит, надо брать. Здесь хурма, вот это инжирная, кстати, очень вкусная хурма, по 119 рублей, но надо выбирать такую мягенькую, которая тогда она будет вкусная. Так, взяла еще вот такую капусту красную, я всегда беру маленькую кочерыжку, ну это на салат, на 2 раза я обычно делю, просто мелко шелкую ее, соль, уксус немножечко, и получается очень вкусно. Немножко помидорчика взяли по 118 рублей за килограмм. Огурцы в упаковке 3 штуки. И там была еще распродажа перца, вот этого болгарского перчика по 157, но он, по-моему, еще дешевле. В общем, перец красный. В чеке, там в чеке должна была скидка быть. Также взяла кофе, вот это Жардин. Тоже она была со скидкой. Туалетная бумага, как обычно. Обычные салфетки. Это тоже у меня сынок повелся на такие чипсы большие. Вот, и здесь у меня дальше кошачий корм. Вот такой взяла, и еще взяла новый, появился. Я такой, кстати, никогда не видела раньше. Выведение комков шерсти. Очень актуально для нас, потому что что-то у нас в последнее время, да. Вот, решила, в общем, взять попробовать. Он подороже стоит, чем вот этот Purina One. Ну, не знаю, посмотрим. Вот, также там была скидка на вот такие консервы. Это я взяла своей собаки. Мы их кладем в кашу сверху, чтобы она ела и не привередничала. В общем, 2 баночки взяла. И взяла ей еще для каши Геркулес. И здесь взяла вот эти... Точнее, у меня сынок взял, видите, праздничные. Ну, у котов же тоже должен быть праздник, да? Поэтому он сказал: мама, надо им новогоднюю еду брать. Видите, тут какая красота.
И вот здесь вот игрушки новогодние немножко. У меня сынок выбрал, во-первых, вот такую, кстати, очень красивую. Он почему-то решил, что это дом Деда Мороза, поэтому решил повесить на веточку. Это пластик вот такой. Потом вот такие два подарочка. Тоже ему очень понравились. Кстати, на кассе хотели пробить мне каждую. А они на самом деле шли набором по две штучки. Продавались там разных цветов есть. Вот. Потом он взял еще вот такие шарики два с мишкой. Это все у меня набрал сынок. Вот. И взял еще вот такой набор шариков. То есть, видите, чем разноцветнее, тем круче, что называется. Вот такой набор. Ну, кстати, очень красивые шарики, особенно вот эти синие. Видите, как переливаются. На елочке-то вообще супер будет смотреться. Вот. А вот это уже взяла я. Посмотрите, девочки, какая милота. Я их сейчас еще распакую, покажу. Смотрите, какие милые куколки. Стоили они что-то 150 рублей, по-моему. Ну, в чеке покажу сейчас. Смотрите, какая милота. И еще вот такую милую фигурочку мы тоже взяли. Она тоже, по-моему, 150 рублей стоила. Я не помню, честно, сколько она стоила. Смотрите, какой снеговичок классный. Пушистики такие. Вот. Не знаю еще, куда поставим, но, в общем, набрали. Вот. Ну, вот это красивая. Мне понравилась и вот эта вообще милота. Может быть, я их даже не на елочку, а просто куда-нибудь. Смотрите, девочки, я распаковала. Смотрите, какие миленькие вообще. Еще так аккуратненько сделаны, на самом деле. Единственное, что одного вот здесь вот, видите, ну, ниточки торчат. Но ничего страшного. Я их подобрежу. Смотрите, какие лапочки вообще. Мне так понравились эти игрушечки. Просто милота. Правда, в чеке я не поняла, сколько они стоят. Вот, а вот с этим домиком вообще, мне кажется, мило смотрится. И вот показываю чек. Он у меня достаточно длинный. И вот сумма составила 10 581 рубль и скидка по карте 4500. Это, наверное, мне кажется, максимальная скидка, которая у меня вообще когда-то была. Но очень приятно. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!